Здравствуйте, меня зовут Юрий Азаровский, я буквально вчера поднял тему по поводу того, что у нас в Анапе пострадали птицы от каких-то нефтематериалов. К сожалению, многие пишут о том, что птицы, возможно, уже не спасти, так как они наелись этих нефтепродуктов. Вы видели, что птицы были очень сильно перепачканы, но не оставляя попытки, стучимся во все возможные двери. Написали в администрацию, там пообещали передать это в ветконтроль, писали в природоохранную прокуратуру, то есть не один я писал. Спасибо всем подписчикам, которые не высирались в комментариях, а поддержали и тоже отправляли свои заявки, ведь чем нас больше, тем больше шансов, что что-то изменится. И, возможно, если даже эти птички погибнут, мы не сможем найти тех людей, которые компетентны им помочь, так как присылают мне такие повествования о том, что их надо отмывать, но разнятся, чем отмывать, кто бензином, кто ферри советует. Я читаю по этим методам отмывки, пишут, что это еще больше может им навредить. Но многие склоняются к тому, что птицы наелись уже нефтепродуктов, и у них уже интоксикация. Из-за этого они как раз-таки и находятся на берегу. Я не знаю, честно, может быть, получится достучаться до кого-то. Пока только пару человек изъявили желание помочь в Инстаграме. Им огромнейшее спасибо. Надеюсь, что у нас что-нибудь из этого получится. Возможно, вы смотрите видеосюжет, у вас есть какая-нибудь сельхозпостройка, где можно разместить птиц, отмыть птиц. У меня, в принципе, есть квартира, на которой идет ремонт. Можно попробовать это сделать там. Нужны только люди, которые компетентны в данном мероприятие, так как там говорят, надо что-то колоть птицам. Я сам уколов боюсь, я не представляю, как вообще можно животному что-то уколоть. Очень такая неоднозначная ситуация. Пытаемся стучаться везде, где только можно, везде, даже в каких-то, так сказать, компетентных органах отказываются от помощи и говорят, что птицы, скорее всего, погибнут. Самое страшное, наверное, то, что это происходит на курорте, и нигде, ни в СМИ, ни в наших там анапских пабликах нету никакой информации по поводу того, что у нас где-то разлив каких-то нефтепродуктов и том, что страдают птицы. К сожалению, не ушел этот видеосюжет, хотя и в том же самом Инстаграме отмечали и администрацию Анапы, и там все наши большие паблики в городе. Никто не сделал себе ни репост, ничего, не попытавшись как-то привлечь местных жителей к данной проблеме. Если у вас есть такая возможность, то пишите, ну, какие-то возможные методы помощи птицам, ну и вообще, может, какие-то есть советы по делу. Все те, кто там высирался не по теме, ребят, вы все в бане, и можете даже не стараться больше писать комментарии ко мне на канал. Мне очень неприятно читать такие вещи. Если бы я был бы компетентен в данном деле, да, то я бы, как бы не откладывая, принялся бы помогать, потому что для меня это просто разрыв души и сердца. Всем тем, кто помогает и помогал, спасибо огромное. Если есть еще какие-то советы, возможно, помощь руками, мой номер телефона есть под каждым видео, 8-988-333-7887. Звоните, пишите, возможно, получится как-то помочь птичкам.